Как ваши дети относятся к вашей работе? Неоднозначно. Считаете ли вы себя примером для подражания? Хотелось бы для детей быть таковым. Опишите, какой вы видите свою жизнь через 20 лет? Ну, так далеко не заглядывал. Хотелось бы быть здоровым и занятым любимым делом. Откровенная, динамичная, неофициальная. Такой получилась встреча главы округа Геннадия Панина со старшеклассниками школ номер 12-22 Демиховского лицея. В рамках проекта «100 вопросов лидеру» школьники смогли пообщаться с главой на интересующие темы. Многих ребят волновало будущее города, развитие спорта и культуры, благоустройство. Отдельной темой разговора стало развитие оппозиции. Ну, на мой взгляд, оппозиция, конечно, нужна, держит в тонусе действующую власть, но оппозиция должна быть конструктивной, которая, как есть пословица, я уверен, вы ее знаете, отрицай, предлагай. Также, если ты с чем-то не согласен, то будь готов взять на себя ответственность. Диалог длился более полутора часов. В ходе дискуссии участники обменялись мнениями и получили массу информации для размышлений.